Комиссия начинает проверку со школы номер 17. Под пристальным взором проверяющих все – оборудование медицинских кабинетов, обновление материально-технической базы, соответствие образовательным стандартам и санитарным нормам, ремонт в новых классах, состояние актовых и спортзалов, безопасность. Наличие видеонаблюдения, чтобы дети были в безопасности, наличие тревожной кнопки, чтобы в любом случае мы могли вызвать, например, патруль. Контрольно-пропускной режим, как у нас осуществляется. Мы посмотрели, увидели, что, в общем-то, немало проведено работы, обновлены все стены, вновь покрашены практически на всех этажах. Wi-Fi появился во всей школе для пользования пока учительского состава. Полы полностью все паркетные новым лаком покрыли, отремонтировали. Несколько новых классов появилось, полностью отремонтированных. Нареканий и замечаний в ходе проверок нет. Школе ставят оценку 5 с плюсом, но проверяющие все же дают рекомендации. Учеников в школе много, по-прежнему есть вторая смена, но эту проблему в школе обещают решить. Всего сегодня в Приокском районе комиссия проверила готовность к новому учебному году 10 школ. К 15 августа все школы Нижнего Новгорода должны быть готовы.